Сергиев Посадский аграрный колледж отметил свой 70-летний юбилей. Чествование состоялось в стенах Федерального научного центра в НИТИПРАН. В зале Института птицеводства собрались учащиеся, бывшие выпускники, педагоги, официальные лица. У Сергиева Посадского аграрного колледжа богатая история. Более 22 тысяч высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства получили образование в этом учреждении. Сегодня выпускники колледжа – востребованные профессионалы в области ветеринарии, логистики, автоматизации сельского хозяйства, эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной техники. А начиналось все в далеком 1949-м. Тогда остро встал вопрос о подготовке кадров для сельского хозяйства страны без отрыва от производства. Так был основан Всесоюзный заочный сельскохозяйственный техникум, первый выпуск которого состоялся в 1952 году. Время шло. В техникуме открывались новые отделения, был построен учебный корпус. В 1970 году по результатам проверки работы образовательного учреждения Министерством сельского хозяйства СССР его коллектив был награжден дипломом «Лучший народный университет России». Педагогический коллектив включал в этот период 73 преподавателя, 90% из которых имели высшее педагогическое образование. Я пришла сюда после педагогического факультета Тимирязевки. За эти годы, что я работаю, мы были участником ВДНХ. Открыли пчеловодное отделение, которым я заведовала более 25 лет. Являлись все преподаватели нашего отделения, именно пчеловодство, являются участниками ВДНХ. Мы предоставляли техническое творчество наших студентов, и за что были награждены медалью ВДНХ. Все эти годы мы продолжаем работать. Сейчас уже открыли новые специальности технологии производства и переработки продукции животноводства. Техникум растет, живет и процветает. Поздравляю нас с праздником! В 2004 году в колледже открылось дневное отделение. В 2006 началась подготовка по востребованной в настоящее время специальности ветеринария, очной формы обучения. Я ученица третьего курса специальности ветеринария. На данный момент мне эта профессия очень нравится, так она очень перспективная в данной области, вообще в общем Подмосковье. Я хочу поблагодарить Нину Борисовну, учителя гематологии, анатомии. Она является самым даже вот благородным учителем. Хоть она такая строгая, но после нее так много чего можешь узнать. Еще Любовь Андреевну. Она замечательный учитель, преподает эпизоотологию. Наука о инфекционных заболеваниях. Поздравляю наш колледж. Желаю тебе счастья, здоровья и всего самого лучшего. С 2015 года Сергиево-Посадский аграрный колледж принимает активное участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, целью которого является повышение престижа рабочих профессий путем проведения конкурсов профмастерства. Ежегодно наши студенты занимают на финале призовые места и становятся победителями финала. Активно принимаем участие во всероссийских олимпиадах профмастерства, где наши ребята тоже приносят в копилку колледжа призовые места. За 70 лет своего существования Сергиево-Посадский аграрный колледж выпустил более 22 тысяч студентов. Все студенты сельскохозяйственного направления. Сельскохозяйственные специальности – это основной профиль нашего образовательного учреждения. На сегодняшний день в колледже реализуется 7 специальностей сельскохозяйственного профиля. Количество студентов превышает 1100 на сегодняшний день это обучение, очная и заочная форма обучения. Мы приглашаем на следующий учебный год абитуриентов, у нас много бюджетных мест, вся информация размещена на сайте, мы будем очень рады видеть выпускников 9 классов у себя в стенах колледжа в качестве студентов. Елена Георгиева, Алексей Петров, День города.